Салют, я думаю, у меня есть кое-что, что тебя заинтересует. Спросишь, что это? Это мой канал, канал Заки. Перейдя на него, ты попадешь на реально интересный контент, на котором найдешь обзоры на лучшие и отборные игры, а также различные интересные проекты и темы, которые тебе явно понравятся. Около 3000 оценили мои творения. Я буду рад видеть на моем канале новых людей. Уверяю тебя, ты не пожалеешь. Сага! Привет, интернет, с вами Илья, и это новый топ игр на канале Игры День. Ребят, я сегодня подготовил для вас десяточку офигенных новинок на Android девайсы, поэтому надеюсь, что вы влепите такие большие пальцы вверх. В общем, пацаны, давайте теперь так, как только мы набираем 1000, так я сразу выпускаю свой новый топ, поэтому все зависит только от вас. Ну и, как всегда, вначале я показываю комментарии самых активных подписчиков, и сегодня это Crazy Name, Суш Петя и Shadow Minecraft. Респект вам, пацаны. Ну что ж, а мы начинаем наш топ, и первая игра на сегодня это Slaughter 2. Если вы любите играть в отличные шутеры, то думаю, игрушка вам точно понравится. При этом здесь есть такой элемент микса шутера с таким черным юмором, поэтому игрушка очень даже забавная. Здесь мы устраиваем засады своим врагам, расставляем ловушки, подкрадываемся к ним в режиме стелса и стреляем напрямую. В игре представлен огромнейший арсенал оружия, поэтому будет из чего выбрать. Особенно я бы отметил здесь битву с боссами, там будет настоящая жара, нужна крутая пушка, поэтому думаю, вы сами оцените и поймете, о чем я говорю. В общем, игра очень даже годная, поэтому всем любителям стрелялок точно рекомендую. Ну что ж, а мы идем далее, теперь посмотрим на игрушку Generals TD HD. Это игра для настоящих стратегов и тех, кто хочет поуправлять своей собственной армией с позиции защиты. В игре мы должны защитить свою колонию от армады бронированных машин, танков, боевых летательных аппаратов и других опасных врагов. Выстраиваем тактику, ставим оборону и встречаем наших противников. Игрокам будут доступны разные местности, 12 мощных башен и такая полноценная система апгрейдов, поэтому есть к чему стремиться. Игра, от себя скажу, достаточно сложная, так что интерес точно будет. В общем, попробуйте, рекомендую заценить. Словесное рагу – еще одна прикольная игра, в которой мы собираем слова из указанных букв. Мы будем готовить различные блюда из слов и таким образом прокачиваем свою внимательность, а также словарный запас. Игра, само собой, поначалу будет легкой, мы освоим сам геймплей и поразгадываем банальные слова из 3 или 2 букв. Ну а дальше, само собой, наступает настоящий хардкор, слов будет больше, и при этом они уже гораздо интереснее и сложнее. Там мы уже включаем голову на максимум, не стесняемся использовать подсказки, и таким образом проходим игрушку до конца. Игра, кстати, бесплатная, я думаю, она будет очень полезна для развития мозга, поэтому тоже стоит заценить. Pixel Drifters – очень прикольная аркадная гонка на Android. Садитесь на место водителя и дрифтуйте через разнообразные препятствия. Здесь мы совершаем крутые повороты и таким образом обходим все эти преграды. Собираем монеты, зарабатываем комбо, выполняем миссии и разблокируем целый парк пиксельных автомобилей. Игрушка, я думаю, отлично подойдет, чтобы скоротать время, поэтому всем любителям таймкиллеров тоже должна зайти. The Inner World – отличный квест, который, кстати, доступен на русском языке. Роберт – новичок, он немного бестолков, но у него золотое сердце. Наш герой живет мирной жизнью придворного музыканта в крупнейшем монастыре ветров. Вопреки законам физики, Аспазия – это огромная полость, окруженная бесконечной толщей земли. Воздух в этот мир поступает из 3 фонтанов ветров, но один за другим фонтаны иссякают, и боги ветров нисходят в Аспазию. Наш герой внезапно оказывается в центре этого урагана, и нам теперь нужно разобраться, что здесь к чему. Ну а следующий участник нашего обзора это также пиксель-арт игрушка, такой рогалик с случайной генерацией событий в бесконечном лабиринте. Здесь нас ждут монстры, ловушки и прочие ужасы, которые будут всячески нам мешать. И главному герою уже незачем и не за что сражаться, ведь тьма победила. Но мы все равно не сдаемся и продолжаем рубить и кромсать всех тварей, встреченных у нас на пути. Несмотря на такой динамичный геймплей, здесь придется хорошенько продумывать свои действия и также каким лутом пользоваться в той или иной ситуации. В общем, мозги здесь тоже пригодятся. Portal Knights – еще одна офигенная игрушка. Мы создаем свое приключение и своего героя, становимся лучшим рыцарем порталов. В этой остросюжетной совместной трехмерной игре песочницы мы собираем до 3 друзей и участвуем в многопользовательских командных играх. Работайте, стройте здания и исследуйте подземелья на одном острове сообща, чтобы противостоять серьезным угрозам или даже нанести удар. Также мы можем играть отдельно на разных островах, но это будет гораздо сложнее.
Dreamland Arcade — еще одна офигенная игрушка. Здесь наш герой Стивен придумывает веселые развлечения для всех своих друзей. Приготовьтесь к этим невероятным приключениям и задайте трепку монстрам плечом к плечу со своим напарником. Прокатите Стивена на самоцветном буре, ловите забавных таких существ вместе с Лукусом, карабкайтесь на вершине детского сада в компании Аметист и помогите Кони победить голографический женчик. Игра Snowboard Party получила крупное обновление, и это настоящий World Tour. Игрушка на самом деле была признана самой лучшей сноуборд-игрой на рынке, а теперь вышло такое долгожданное продолжение. Попробуйте сыграть в этом новом режиме гонки и выполнить ваши любимые трюки в 21 уникальном месте. Встаньте на доску и улучшайте свои навыки для того, чтобы выполнить классные комбо и получить много баллов. Ну и последнее на сегодня — это Goro Glow. Еще одна прикольная аркадка в ретро-стиле и с такой иллюзией, что мы играем через толстый старый добрый ТВ. Игра объединяет в себе захватывающие действия с решением головоломок. Здесь нам нужно подниматься вверх, обходить препятствия и таким образом пробить себе путь к победе. На самом деле здесь круто проработан баланс между скоростью и необходимостью мыслить, поэтому от игры получаешь максимальное количество удовольствия. Также, как я говорил уже в начале, игра визуально тоже очень прикольная, поэтому лично мне она прям зашла. Ну что ж, а на этом наш топ, к сожалению, подходит к концу, и я очень рассчитываю на вашу поддержку. Go, большие пальцы вверх, обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Ну и будем на этом на сегодня прощаться, до скорых встреч и пока.